Снова всех приветствую. Вот уже стоят три изделия, лежит четвертое, и это будет у нас стол для торцовочной пилы. Собирается все по тому же принципу, стол с шухлядкой, поэтому есть элемент вот этот вот поперечная планка. Такое вот очередное изделие, как вы можете увидеть, оно ниже. Это сопряжено именно с тем, что этот стол сделан под мою торцовочную пилу. И опять же, я опираюсь не на то, чтобы к торцовочной пиле сделать потом какие-то тут приспособы. Это, конечно же, не возбраняется и все может быть, но опираясь на свои базовые столы, основную высоту и вот эту вот разницу, которая подогнана под основную высоту, я всегда могу использовать один из базовых столов для того, чтобы помочь себе что-то делать. Ну, теперь, как обычно, осталось сделать шухляточку. Вот такая штука получилась. Уже традиционно подмагниченные. Там подпорка достаточно глубокая, хорошая такая мишечка. А так это выглядит с торцовкой, поскольку у меня маятник. И поскольку, опять же, у меня нет протяжки назад, то здесь еще будет определенная приспособа такая. Для чего? Для того, чтобы все-таки концентрировать как-то опилки в нижней части, чтобы было легче собирать. Вот такое очередное изделие у меня получилось. На сегодня все. Всем здоровья, добра, мира. Бай.